На центральной площади Одинцова открылся рыбный фестиваль. Это крупная гастрономическая ярмарка в нашем городе проходит уже во второй раз. После удачного дебюта местные власти приняли решение проводить фестиваль ежегодно. Прошлый фестиваль в прошлом году, когда мы проводили первый раз, получил очень хорошие отзывы как и от продавцов, так и от наших жителей. Даже сейчас я, когда шел сюда, жители вспоминают и говорят, это было как в прошлом году, и опять мы проводим этот фестиваль. В фестивале принимает участие около 20 человек. Посетители смогут увидеть, приобрести и даже попробовать более 200 видов рыбной продукции от добытчиков и переработчиков из разных регионов. Участники фестиваля расскажут гостям все о продуктах из рыбы и проведут бесплатные дегустации с мастер-классами. Для ребят организованы анимационная программа и мастерская поделок в павильоне. Все желающие смогут насладиться деликатесами и отлично провести время на свежем воздухе. Рыбный фестиваль будет проходить по 29 сентября включительно с 10:00 до 20:00 ежедневно.